Доброе утро. Вы только послушайте наш двор. Каждое мое утро начинается стандартно. Это обязательно стакан теплой воды с лимоном, зарядка, разминка. Даже если нет возможности полноценно это сделать, я обязательно хотя бы полминуты уделяю внимание стопам. Вот, например, вот с этим шариком, мячиком, я уже его показывала, рассказывала о нем. Обязательно хотя бы какая-то легкая разминка. Привет, мои дорогие! Хочу поделиться с вами способом, как продлить жизнь веточки сирени в вазе, пока она не закончила свое цветение, и вы сможете этим способом еще воспользоваться. Конечно, не нужно отказывать себе в удовольствии срезать веточку этого прекрасного растения, чтобы дома насладиться раз в год его ароматом и красотой. Тем более, что сирень любит, когда ее обрезают, и от этого она еще более бурно цветет. Правда, нужно делать это с умом, не обламывать просто ветки, а аккуратно срезать секатором, либо острым ножиком под углом. И будет всем счастье и сирене, и нам, любительницам этого растения. Мне обязательно нужно, чтобы раз в год стояла веточка и вот этот аромат. Этим способом поделилась одна прекрасная женщина здесь, в Литве. У нее большое хозяйство, такое цветочное, и она продает цветы. И вот она рассказала об этом способе. Я воспользовалась, и моему удивлению нет предела. Теперь этой роскошной веточкой можно наслаждаться дольше. Тем более сейчас очень популярно добавлять сирень в букеты. Так что вы можете какой-то букет составить и сами, кому-то в подарок, у кого, например, день рождения в это время года. У меня осталось уже вот всего одна веточка. Их было три. Это я попросила со своего куста срезать свекру. Они со свекровью сажали сирень. Правда, она уже отходит у нас. И это была такая, знаете, полу, вроде бы цветки еще не подвявшие, но уже есть и засохшие соцветия, вот такие вот. Но посмотрите, благодаря этому способу, все-таки какая она еще крепенькая, да, такая прямо упругая, а вот не вот эти такие, как тряпочки, обвисают буквально, да, там на следующий день, через день. Две я уже выкинула, а вот одна продолжает радовать. Итак, лучше всего срезать сирень вечером. Как я уже сказала, делайте это секатором, либо острым ножом под углом. Обрезаете все сопутствующие веточки с листиками. Абсолютно все листьев не должно остаться на ветках сирени, потому что они будут забирать влагу, и листья будут оставаться крепкими, а сирень будет быстро вянуть. Обрезаем листья, ставим в горячую воду, кипяченую, не из-под крана,
там, да, с примесями всякими, а закипятить холодную воду, дать ей немного остыть. Она должна быть, либо не доводить до кипения, то есть вы должны спокойно мочь опустить туда палец. Она должна быть горячая, но не обжигающая. Не до температуры кипения, ставите туда сирень, обрезаете и саму сирень, да, и листья, как я сказала, ставите вазочку и выносите на все, что у вас имеется, веранда, балкон, лоджия и так далее, чтобы был воздух какой-то, и оставляйте до утра. Утром забираете сирень, еще раз ее немного обрезаете и уже ставите в холодную воду, и вот таким образом сирень будет радовать вас дольше. Меня радует долго. И прям вот реально, посмотрите, какие прям ух, упругие. Вот уже даже некоторые полетели здесь, как парашютики, но они прям вот такие. И, кстати, особенно хорошо срезать сирень, когда вот эти вот крайние соцветия еще сомкнутые как бы в бутоны. Вот это прям идеальный вариант. Так что вот огромная благодарность этой замечательной женщине, которая занимается цветами профессионально и букеты сирени составляет также в том числе за этот прекрасный лайфхак. Девчонки, пользуйтесь. А я наконец собираюсь за своей машиной забирать с сервиса, но все равно все работы, которые должны были сделать, так и не сделали. У меня проблема не с ходовой, не с там, внутренностями моей крошки, а нужно кое-что сделать, кое-какие кузовные работы, скажем так, профилактику, чтобы не было никаких там ржавчин и так далее. Но вот есть места, за которые не все хотят браться. Так что будем решать этот вопрос по-другому. Сейчас заберем машину в этом сервисе, где частично сделали какие-то работы, и поедем в другое, которое нам посоветовали. Может быть, там нам смогут помочь. Смотрите, прошло пару дней, и вот уже цветочки засыхают, да, отдельные, но само все соцветие остается упругим, оно не обвисло, как тряпочка, что свойственно сирене, как мы уже говорили с вами, а вот по-прежнему в таком приличном, на мой взгляд, виде. Конечно, я уже сейчас вот помою вазочку сирень, придется выкинуть. Просто вот так засыхают цветы, но при этом она не вянет. На кухне у меня небольшие изменения, просто круговорот посуды моей, каких-то красивых вещей, которые мне помогают в быту. Потому что, когда лето, хочется чего-то более яркого, воздушного, прозрачного. И вот на подоконнике у меня появились такие красивые пиалы, десертницы, куда я кладу фрукты, мороженое и так далее. И они великолепно здесь смотрятся. Я их сначала туда-сюда таскала из комнаты, из шкафа, да, на кухню. А потом подумала, ну почему не оставить их здесь, и пусть они, тем более я их использую каждый день, пусть радуют мои глаза, очень красиво выглядят. Такой подносик у меня есть в испанском стиле, и вот они прекрасно здесь вписались. И вот эти четыре, мисочки, давайте их так назовем, тоже в виде лепестков, очень красивые. Когда-то давно с одной замечательной девочкой мы их купили,
она для себя, я для себя. И вот с тех пор я ими пользуюсь. Прошло много лет, надеюсь, они еще долго будут служить. Посмотрите, какое необыкновенное стекло. Вот это такая медово-коричнево-коньячная и зеленая, такой хаки цвет, мои любимые. Очень нравится летом цветное стекло, как смотрится, просто великолепно, потому что солнца много, и на свету, на солнце оно просто прекрасно. Вот. Ну и на столе тоже захотелось скатерти и красивого стола. Помните, я покупала эту скатерть зимой, она в таких холодных оттенках, и просто прекрасно, на мой взгляд, летом такой прохладный оттенок на кухне отлично смотрится. И ничего особенного, вазочка эта кругленькая моя такая, ну все просто посеребрённые перечницы, солонка, ну и мой стол-поднос, который я очень люблю. Изначально думала, что он будет у меня не на кухне стоять, а будет кочевать из одного места в другое по мере необходимости, нужности его в данном месте. Но так привыкла к нему здесь, что не могу уже обходиться. Люблю здесь тоже на нем менять антураж. Вот у меня здесь стоит тарелочка с таким необходимым, да, это ложечки для мороженого, которые мы сейчас едим практически каждый день. Трубочки для воды, вот эта роза моя шикарная, посмотрите, как красиво этот бутон распустился, такой как пионовидно, что ли, заварничек, чайничек, он не очень большой, из польского сервиза, не помню, к сожалению, как называется мануфактура, такой, не знаю, каких 60-х, 70-х годов, наверное, очень красивый. Он такой незамысловатый, но настолько мне нравится, просто великолепный. И помните, у меня к нему есть чашка, которая уже современная. Я покупала пару лет назад, показывала вам ее, но она производства Чехии. И вот на ней тоже такие витиеватые, такие загогулинки, да, и она очень подходит к этому чайнику. Оставила ее здесь, и по мере надобности, конечно, приношу и пользуемся другими чашечками с незабудками. Но чайник просто, просто восхитительный. Ну и вот так у меня тоже здесь на этом столике постоянно что-то меняется. А здесь на моей рабочей поверхности без особых изменений. Вот у меня здесь гвоздичка, просто потому что сейчас яркое солнце, и все жалюзи я закрываю до конца, все форточки закупориваю, потому что тогда это спасает от жары, а так невозможно дышать. У нас 7-й этаж, и солнце настолько нагревает, что невозможно находиться. А это мои старые тарелочки. Я думаю, что все их помнят. Тоже такие простенькие, много лет, и, ну, посмотрите, какого раньше качества был фарфор, посуда. Ни одной царапины, а я ими пользуюсь постоянно. И у них такой универсальный рисунок, они зимой на новогоднем столе красиво смотрятся, вот на них даже маркировки никакой нет. И летом, и я вот их достала, решила, что надо чаще ими пользоваться, потому что они одни из самых моих любимых, несмотря на простоту рисунка. И вот эту тарелку тоже поменяла. Помните, здесь моя такая красивая, которая всем очень нравится, с такими, как будто каменная выглядит, с такими узорами, рельефная. Но иногда хочется менять вокруг себя. Ну и, конечно, мой вентилятор. Всем рекомендую, у кого нет кондиционера, это прекрасное решение на кухне, это Xiaomi. Никакая не реклама, боже упаси, это мое приобретение в прошлом году, которое мне очень помогает. Здесь 3 режима и плюс еще режим, когда можно включить, чтобы она двигалась туда-сюда. Сейчас я вам продемонстрирую. Когда что-то готовишь и по кухне туда-сюда ходишь, то очень удобно включать такой режим. Тогда где-то тебя этот холодок приятный, да,
застигнет периодически, несмотря на то, что ты двигаешься. А если статично что-то режешь, то тогда просто направляю на себя. И это здорово облегчает жизнь. Поснимаю, но нет. Такой ветер, что ужас. Мы с Лерочкой приехали в город. У нас жара летняя. Мы приехали по работе. И заодно прогуляться. И заодно вам тоже что-нибудь поснимать. Дочь. В котором работает та девочка с летней академии. Я не рассказывала. Смотрите, как дорожка заросла. Вот это да! Класс! Такая узенькая-узенькая. Мы в Бернардинском саду. И вот здесь почти-почти наготове зацвести пионы. Посмотрите, какие большие бутоны. Забыла, как называется. Такая красота. А с правой стороны от нас свадьба у людей. Там красивая невеста. И такая прелесть. Но территория не закрыта. Можно зайти здесь посидеть. Здесь какие-то тоже льняные вещи продаются. Никогда не думала, что я так полюблю лен на лето. Просто это вообще любовь любовная. И никого нет, и ветра нет, и можно поснимать. Мой аутфит сегодня босоножки прошлогодние, которые я вам показывала. Эко, босоножки, сандали. Меня поправили, но для меня все-таки сандалии выглядят немного по-другому. Кстати, у нас на сайте изменили их название. В прошлом году они назывались босоножки, теперь называются сандали. Прямо в центре старого города такая тишина. Здесь живут люди. Пионы. Ну, красиво.
Ну вот, в том же месте, в тот же час. Недавно я здесь шла, все было в бутонах, и вот эти розочки зацвели. Надеюсь, через камеру видно, насколько обильно. Сейчас поближе подойдем. Спасибо. У Лерочки кофе холодный, а у меня, не знаю, лимонад. По вкусу немного химозный, хотя было написано, что он свежевыжатый. Ну, в смысле, в лимонад, не в лимонад, а в газированную воду добавлено что-то свежевыжатое. Но жажда утоляет, приятный. Жарко очень. Пойдем сюда, дочь, может быть, там будет лавочка в тени. И мы сможем сесть. Какое обильное цветение, какие они красивые. Просто прелесть. Ну, какая красота, невозможно просто. Мои дорогие, и напоследок хочу поделиться с вами работой. Своя зрительница Светлана надвязала кардиган. Посмотрите, какая красивая, аккуратная работа получилась. И самое главное, что Свете нравится то, что она связала, и она с огромным удовольствием носит. Мне очень понравилось решение с недостающей пряжей. Света просто подобрала похожие по оттенку нитки, но получился такой небольшой переход, и, на мой взгляд, выглядит все очень гармонично и радует свою хозяйку. Это самое главное. Внизу кардиган украшен теневым рисунком, таким, как был в моем кардигане объятия, который я вязала для мамы. Свете понравился, и она мне написала, я просто прислала ей схему, и она уже сама вписала его в свою работу, в свой кардиган. На мой взгляд, все замечательно. Конечно, теневые узоры дают такой особый уют и теплоту вязаным вещам. И, конечно, я жду остальных работ. Знаю, что у многих настало такое затишье, да, потому что сады, огороды, путешествия, моря и так далее. Сама по себе знаю, что иногда вязание идет такими активными темпами, а потом раз и затишье, 2-3 недели, а то и месяцы дольше, бывает, к вязанию не прикасаешься. Но помните, что мне будет очень приятно увидеть ваши работы и с вашего согласия, конечно, поделиться ими, кто не будет против. Но я думаю, тот, кто присылает, тот и не против, чтобы ими поделились. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что влажно-тепловая обработка не исключает отпаривание изделия, потому что именно отпаривание придает ему законченный, ну такой магазинный, можно сказать, вид, аккуратность. Все шовчики, все рисуночки, все петельки становятся окончательно на места. Конечно, это нужно делать аккуратно, не прикасаясь к изделию, только паром. Вот, потому что за последние 2 недели мне несколько человек написали: Юля, вот я уже все постирала, и до того, как до стирки, пока я вязала, я отпаривала изделие, уже не надо отпаривать. Девчонки, надо. Ну, конечно, вы можете не отпаривать, но я предпочитаю. И в процессе вязания, если я хочу увидеть, как это будет выглядеть, да, максимально приближенный к итоговому варианту своей работы. И в процессе вязания отпариваю, и после того, как уже провела ВТО, тоже обязательно отпариваю, чтобы, еще раз повторюсь, изделие получило свой законченный вид, красивый такой, презентабельный. Поэтому одно не исключает другого, пожалуйста, отпаривайте свои изделия, это всегда плюс, только будьте аккуратны. Вот, мои дорогие, а я благодарю, что вы провели сегодня, уже рука отваливается держать. Я благодарю вас, мои дорогие, что вы были сегодня со мной. В следующем видео, наверное, поделюсь с вами кое-какими новинками.
Также есть и не новинки, а старинки, но которые вы еще у меня не видели. Может быть, покажу какой-нибудь платочек Павлова-Посадский, потому что очень много вы меня просите, но на полноценное такое видео я пока не созрела. Что-нибудь давайте так по временам года. Что-то я вам более летнее покажу. Один, может быть, два. Там через месяц еще какой-то платочек покажу. Потом к осенним перейдем, потому что, наверное, разом все в одном видео показывать это тоже очень долго и, возможно, муторно. Всех обнимаю, всех целую. До новых встреч, пока!